Все, поехали встречать. Сам ты счастлив? Да. Двери примерзли сильно. На улице минус 25. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Так вот, рождаться зимой. Едем, едем по району, едем, едем по району. Бабушка выходит. Пока самые благоприятные ожидания. Волнительно, конечно. Барбара, покровительница России, я так думаю. Вот на России всегда любили имя Варвара. А не пищи, не пищи. А что на красное еще? 10-10. Бежим открывать. С той стороны. Откроешь? Ладно. Вообще, Оля, хоть это, хоть промышленное производство открывай, да? Привет. Спасибо, Мартин, большое. Я сказала, что ты. Для меня несложно было помочь. Это долг любого друга, который должен был выполнить этот долг. Конечно, Сидор, посмотри, кто пришел. Киндер-сюрприз. Вот она какая у нас. Вот она. На Олю похожа. Она, по-моему, тебя похожа. Когда рожала, не было такой мысли, зачем мне вообще это все нужно было? Если честно, была. Да? Ну и что, сейчас полегче? Сейчас, конечно, так.